привет всем, это Струнадер, и будем смотреть вот такой лихой телекастер, как бы из серии, назовем это Russian Nash. Russian Nash телекастер. Вот. Это творение мастерской Егора Антонюка. С мастером я не знаком, возможно, познакомимся. Вот. Этот инструмент мне дали на обзорчик ребята из питерского магазина Good Guitar, за что им огромное спасибо. Вот. Значит, что это, что сие из себя представляет? То есть это телек абсолютно классический, заряжен фокинами, хамбакер плюс мини-хамб в бридже, хорошо, хорошее сочетание. Когда я спросил, а что за такая вот история вот с этими узорами, вот с такими вот реликами непонятными, да? Все мы знаем Fender Paisley, или Paisley, я не помню, как правильно произносится данное слово, то есть индийские огурцы. Делали сестраты такие, телики такие были, и басы я такие видел, там розовые, как они, как правило, розового какого-то цвета, вот. В принципе, была такая, в период, видимо, увлечения всяким хиппизмом и шизотерикой, в широких кругах тамошней буржуйской несознательной молодежи. Видимо, вот эти индийские узоры, индийские огурцы, они как бы были очень популярны и решили делать такие фендера, такие гитары. А потом почему-то это дело перестало так хорошо продаваться, инструментов осталось так покрашено много, и их стали тупо перекрашивать, да, поверх. Вот. А со временем, когда человек такую гитару покупал, она начала истираться, и проступали эти, вот, собственно говоря, эти огурцы во всей красе. Но через новый слой краски. Таким образом, получался такой очень лихой релик. Я таких гитар, честно говоря, не видел, в руках не держал, сказать ничего не могу. Вот. А здесь, в общем, была попытка что-то такое вот, ну, скажем так, стилизовать под это дело. Только вместо огурцов здесь вот такие вот всякие веточки, вишенки, не знаю, какие-то вот немножко такое палехское немножко, да, в стиле палеха. Ну, не так, конечно, тут выписано, как палех, но что-то типа того. Так, вот так они тут типа вот проступают, так сделано, да. Гриф, значит, по грифу сзади, ну, классический Nash, то есть лак здесь есть, здесь лака нет, он так содран, здесь тоже есть, вот, спереди тоже под реликом все у нас, вот. В принципе, удобная, нормальная гитара, все хорошо, единственное только, мне кажется, что все-таки с грифом бы надо было бы поаккуратнее поступить в плане именно играбельности, то есть получше закатать лады, вот, немножко грубовато это все здесь пока выглядит, вот. А по звуку все классически хорошо. И вот эти хамбакеры, они отлично вкатывают. И мини-хамб хорошо, и не шумит ничего. Нет, нормально вполне. Thank you.
Так, давайте теперь с драйва. Мы ее погоняем немножко в Fender Blues Junior. Посмотрели творение гитарной мастерской Егора Антонюка, вот такой вот, как я уже говорю, такой Russian Nash Telecaster, то не совсем классический телек, потому что все-таки хамп и мини-хамп от Фокина стоят, но очень хорошо, то есть диапазон различных звучаний достаточный, в общем-то можно сыграть и мягко на хамбе, и так вполне себе, не супер резкий, кстати, бридж мне очень понравился. Единственное, говорю, я бы рекомендовал ребятам из АЕ Custom Guitar все-таки немножко более тщательно проработать гриф. Вот, а в остальном, по-моему, все очень не кисло. Ну и, пользуясь случаем, я еще раз выражаю признательность магазину Good Guitars и лично Илье за предоставленную возможность познакомиться с этим телеком, таким необычным, я бы сказал. Вот. И, собственно говоря, у них в магазине на Казанской, дом 7, Good Guitars, там много инструментов, вот, вы можете приобрести сей кастомный телекастер. Ну а все, что я думаю по поводу данной гитары, я в этом ролике предельно искренне вам рассказал. Все, спасибо за внимание, пока-пока.